За последние сутки мы наблюдаем необычайную активность советского флота. Сначала вышло одно судно. По нашим данным, оно называется «Красный Октябрь». «Красный Октябрь» может пройти незамеченным сквозь наши локационные сети в Атлантике. Могут ли быть на борту ядерные боеголовки? Я не исключаю такой возможности, сэр. Товарищ капитан, мы засекли несколько сигналов на поверхности воды. Боевая готовность. Русские просто исчезли. Только что были здесь, в 4000 метров, и вдруг исчезли. Может уйти на дно, товарищ капитан? У нас нет времени. Приготовиться к запуску ракет. Достаточно одного необдуманного хода, и начнется невиданное морское побоище. Ваш капитан сможет дойти до Америки, но у ее побережья он и погибнет.